Итак, мы собрали кровать, но встретились с проблемой. Да, Алексия, какая проблема? Скрипит кровать, да? Да! Скрипит. Мы решили, что будем ее устранять. Для этого я собираюсь вот эти рейки, которые вот так, о, скрипят, обмотать скотчем. Вот тут обмотаем. У нас есть скотч. Вот такой скотч. И посмотрим, что из этого получится. Где у этого скотча начало? Даю 5 баксов тому, кто найдет, где начинается этот скотч. Сначала я думал каждую рейку отдельно обклеивать. Теперь подумал, что просто эту рейку возьму, обклею сверху, вот, на которой все эти рейки лежат, и вот эту. Вот ты чего грызешь? А, да, а дочка до сих пор ищет, где начинается скотч. Ну давай, Масюль, как раз найдем и заклеим. С двух сторон мы проклеили, теперь проверим, даст ли это какой-либо эффект. Масюль, ну залазь на кровать. Тестируем. Ну да, как еще проверить, попрыгать. Вроде помогло, а там посмотрим. Да, Алексей?